Свыше 50 лидеров детских движений, педагогов, организаторов и координаторов общественных объединений Тампонского района собрал фестиваль единого детского движения в Хандыге. Его посвятили Году молодежи и Году экологии. Как прошел фестиваль, расскажут наши корреспонденты. В этот день в Центре детского творчества прошли конкурсы социальных проектов детских общественных объединений по 8 направлениям. Я познакомился с многими людьми, научился руководить ими, чувствовать себя вожатым, настоящим. В этом году в конкурсе социальных проектов по направлению «Я юный эколог» лидеры общественных организаций уделили особое внимание теме сохранения природы родного края. Среди лучших названы практикоориентированный проект «Молодежь за чистое село» детской общественной организации «Дахсун» Мигиналданской средней школы, социально-экологический проект «Символ надежды» «Подснежник» общественного объединения «Сайдыс» Сосыльской средней школы. Ребята этой организации разработали проект по сохранению фиолетового подснежника, произрастающего в местности Таастах. Я хотел бы пожелать, чтобы наши люди защищали свою местность, не бросали мусор, не отрывали подснежники, просто смотрели на них. Участники фестиваля отметили, что в своих наслегах они предлагают сотрудничество местным администрациям по вопросам благоустройства территорий поселений. И не только в виде уборки и очистки, но и улучшения их с использованием ландшафтного дизайна, вывески информационных табличек и баннеров на охраняемых местах. Мария Винокурова, НВК Саха, Хандыга.